17 сентября в Каспийске с самого утра идут торжественные мероприятия, приуроченные празднику День города. Так, представители администрации и жители города собрались у памятника первостроителям Каспийска, чтобы отдать дань уважения в день 76-й годовщины. Началось мероприятие с приветственной речи председателя собрания депутатов города Каспийска Абдулвахида Джаватова. Разрешите, на самом деле, поздравить вас с этим праздничным днем, днем образования города, которым было присвоено в 47 году, 17 сентября. На место этого города раньше был поселок Двигательстрой, откуда начинался наш город, который строили труженики чуть ли не со всей страны. Тяжелые годы были, тяжелые времена были, условий абсолютно никаких не было, но именно они заслужили уважение и почет от каспичан. Представители госструктур города отметили, что Каспийск также внес весомый вклад в дело победы страны во время Великой Отечественной войны. В тот период горожане готовили оружие для обороны нашей Родины. Первый заместитель главы Каспийска Сергей Шахвалеев выступил с торжественной речью, в которой поблагодарил первостроителей за то, что они дали старт развитию нашему славному городу. Этот город, в котором мы сегодня живем, в котором мы воспитываем своих детей, в котором ходим на работу. Мы благодарны им за это. При строительстве этого города возникало огромное количество проблем. Но со всеми этими проблемами наши первостроители достойно справились. Мы благодарны первостроителям за самоотверженный труд, смелость и новаторство. Кроме того, в мероприятии также приняли участие заместитель главы Каспийска Руслан Учакаев и депутат Народного собрания Республики Дагестан Заур Расулов, почетный гражданин Каспийска Герман Кириленко, член Общественной палаты Республики Дагестан Виктория Гаджиева, делегация из Калуги и Ижевска и многие другие. Гости республики решили поделиться своими впечатлениями и также поздравить город с его 76-й годовщиной. Мы сегодня вспоминаем здесь, на площади первостроителей, тех, кто заложил основы города Каспийска. Людей, героев труда. Потому что город получил достойное звание, город трудовой доблести и славы, именно потому что здесь собрались и строили город представители всей страны. Я хотел бы пожелать процветания городу Каспийску, пожелать жителям оставаться всегда добрыми, креативными людьми, любить свой город, любить свою страну. С праздником, каспичане! Участники памятного митинга почтили память первостроителей минутой молчания и отдали дань возложением цветов. Завершилось мероприятие общим фото.